Так, ну что, посмотрим, кто здесь. Сидит там, позванивает. Ой-ой-ой. Ничего себе. Это что такое? Что, опять плыть придется? Да там кто-то есть, по-моему. Ух, тут, а там кто-то шевелится так. Да и серьезно прям шевелится. Да это тоже сазан, похоже. Он далеко так. А может быть там просто из-за водорослей так кажется. Че, поплывем, да, наверное? Че так тянуть? Сейчас посмотрим, кто там. Там непонятно. Как будто бы за что-то и зацепилось, и рыба есть. Непонятно, короче. Кто-то шевелится. Непонятно просто, какого он там размера. Неужели опять сазан? Либо карасик, а нижний крючок зацеп. Совсем не ясно. Ух ты, пошел. Пошел, пошел, пошел. Ух ты, это еще один сазан. Сейчас посмотрим, какого размера. Тот сперва вообще не сопротивлялся, которого сейчас вытаскивали. Он как попер, попер. Ух ты, нифига себе. Все, тоже увидел меня. Вот, пока не увидит, он спокоен. О, на два крючка попался, кстати. Один за задницу. Вау! Еще одна двушечка. Вот это раздача, я его поднять не могу. Стоп. Блин. О, какой! Еще один кабан, полный икрой. Вообще офигеть можно. Что за раздача? Просто сказочная какая-то. Я вообще в шоке. Это рыбалочка. Действительно, просто какая-то что-то нереальное творится. Ну что? Еще один. Офигеть, блин. Вот этот, смотрите, какой пузатый. Вот это точно полный икрой. Прям набитожно. Стоп, дружище. Ох ты, блин. Офигеть. Вау. Ничего себе. Офигеть. Две закидушки, две поклевки. Во какой. Красавец. Просто слов нет. Смотрите, полный икрой. Мамка. Ну давай, мамка. Блин, да. Фу. Вот это рыбалка, вот это я понимаю. Честно говоря, эмоции выше крыши. Вообще кайф. Еще сейчас буду перезабрасывать.
И, наверное, сплаваю до дальнего, посмотрю, может быть, там тоже уже кто-то сидит. Фу, ну это просто капец. Ну что, еще забросим. Посмотрим. Время. Закат. Берет, надо ставить буёк, одну точку закармливать. А я что-то поленился. Не стал ничего этого делать. Ну, результат есть. Да и ладно. И результат просто отменнейший. Так, есть. Результат, конечно... Что уж тут говорить. Да. Когда я сюда ехал, я не ожидал, честно скажу, такой рыбалки. Это уж как есть, говорю. Плыву посмотреть, что здесь с дальним закидком. В общем, я думал, что здесь змея нет. Оказывается, он здесь есть. Просто ему сейчас, видать, не до клёва. Нерест у него, видать, как раз начался. Бесятся они там в камыше. Здесь, по-моему, тишина. Не знаю, перезабрасывать, не перезабрасывать вообще его. А то, может, здесь так же сидит, да его и не видно здесь. О, вся катушка вымотана. Ничего себе. Вот это да. Смотрите, катушка вымотана. Интересно, оторвал, нет? Офигеть! Я первый раз вообще такой клев сазана вижу. Первый раз, серьезно. Ну, когда мелкий клюет, это понятно. Бывает, что там один за одним. Ну, такие кабаны. Ну что, смотрим. Что здесь, что здесь? Ну, здесь лески было очень много. На этой катушке. А, нет, на этой нет, не очень много. Это я, которую забрал отсюда. На той было очень много. Ну что, надо плыть, да, я так понял. Это бесполезно. Ну, поплыли. Сейчас, мне кажется, там опять монстр попался. Огромнейший. Пойдем смотреть. А, солнце прям в глаза светит. Ничего себе он утащил. Серьезно утащил. Надеюсь, что он еще там. Блин. Как-нибудь от солнца отвернуться. Да, кто-то там шевелится вроде бы. Кто-то, наверное, есть. Ничего себе, он куда утащил. Так,
Так, пошел, пошел. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что сегодня за день такой сказочный? Это просто обалдеть. Смотрите, какой кабан. Вообще, блин, зверюга. В нем килограмм 5, наверное, минимум. Да какой там 5, здесь все 10. Ё-моё! Кого я поймал? Вы видите? Блин, у меня истерика. Вы видели, кого я поймал? Я вам сейчас покажу. Вы офигеете. Вы просто офигеете. А теперь смотрите сюда. Это, блин, я не знаю, это десятка. Ну, сколько? 10? Да 10 точно в нем есть. Вот смотрите. Но он его может порвать сейчас. Вон, видите, дырявый подсак. Еще и цепляется везде. Смотрите сюда. Видели? Фу. Я вообще не знаю, у меня уже слов нет. Просто нет слов. Смотрите, это что такое? Поплыли до берега, дойдем. Там будем отпускать. Просто посмотрите на эту рыбу. Но это 10 килограмм минимум. А дальше я не знаю, но взвешивать его... Весы у меня, в принципе, есть. Я, правда, не знаю, как там с батарейками в них дело обстоит. Это просто, блин... Все, короче, слов нет. Они закончились просто-напросто. Поэтому плывем до берега. Там я вам сейчас его покажу в полной красе. Но это просто нереально, я вам говорю. Вот такой сазан, это просто, блин, диковина. Просто алмаз, жемчужина, я не знаю, как его назвать. Ну что, по итогу, уже в лодке, он все-таки порвал подсак. Вот он, вышел из него насквозь. Давайте смотреть. Так, где там крючок? Вот он. А вот он, сазан. Ай, блин. А как его вытащить? Ё-моё. Тихо. Тихо. Только не шевелись. Пожалуйста. Только не шевелись. Смотрите сюда. Смотрите. Вы видели? Давно вы такого сазана ловили? Это просто офигеть. Смотрите. В нем десятка точно есть. Извините, но взвешивать не буду. Это или за жабру вешать. Фу, пораню его. Поэтому, ну, в принципе, мне, знаете, мне это и не важно, сколько он весит. Главное, что я его поймал. Смотрите. Оплавал я сегодня все озеро. Там-сям пытался. По итогу все было не зря, как оказалось. Вот он мой сазан. Вот он. Ну что, отпускаем паренька. Смотрите, блин, я не могу просто налюбоваться. Это ж просто, блин, неподъемный. Вот. Просто красавец. Давно таких вообще в глаза не видел. Пойдем, дружище. О, ничего себе. Это просто рыба-монстр. Вот это да. Смотрите. Фу. Фу. Вот это рыбалка. Он мне здесь на память пару своих чешуек оставил.
Вот они. Красота. Наконец-то я на рыбалке. Ну что, будут еще сегодня поклевки, нет? Как думаете? Что, пойду тот дальний еще раз поставлю? Уже закат близится. Хотел с поплавочкой вот здесь посидеть, закормить. Думал также кукурузой. И на кукурузу ловить можно поплавочку клюнет сазан. Но, похоже, времени не останется. Может быть, с утра. Посмотрим, в общем, как быть. Может быть, переключусь на какую-нибудь другую рыбу сейчас. Кое-как распутал эту закидушку после сазана этого огромного. Уже закат. Сейчас вот распутал ее. Сейчас опять ее туда же заведу, в то же место поставлю. Наверное, сегодня уже я туда не тронусь. Проверять, там смотреть. Уже завтра с утра. А те две под боком. Может быть, кто клюнет еще. Посмотрим. Ну, сегодня, конечно. И зачем я все озеро колесил? Ну, как озеро? Это, наверное, не озеро. Это залив. Больше какое-то водохранилище получается. Просто все исколесил с этой подводной камерой. Все дно просматривал. Нашел одно место. Такое, где дно более-менее чистое, чтобы на джиг половить. Не знаю, завтра, если у меня получится рано с утра проснуться, то заплыву туда. Встану на якорь. Попробую судака на джиг половить. Один человек у меня несколько раз под разными видео задавал вопрос, почему использую именно крокодилы удилища. Отвечаю, потому что это очень прочные и очень надежные спиннинги. При том, что они стоят копейки. Просто за эти деньги. У меня случалось такое, что я ставил на судака на ночь. Клюнул судачок, вот такой маленький. И его сверху еще сом потом взял. И, короче, утащил всю катушку, вымотал. Потом, в общем, сама не удалось мне выловить этого, конечно. Он выплюнул этого судака. Крючок был внутри судачка. Он его просто выплюнул и уплыл. А я достал этого судачка маленького, уже такого переваренного наполовину за ночь. И вот такой крокодил спокойно это все выдерживает. Леску потолще. Но они и при своей прочности довольно гибкие. Допустим, если брать 2.10, 2.40, хорошая длина и заброс хороший. Я не знаю вообще, кто их там ругает. Вот ты ловишь крокодилами этими дешевыми, попробуй нормальные какие-то там, не знаю, удочки. Не знаю, для меня вот лично спиннинг, да. Вот я пока не купил себе дорогой, я не понимал, что такое дорогой дешевый спиннинг. А вот это, поверьте, лучше крокодилов, блин, не найдешь. Вон, видели? Кто-то стоял здесь. Вон он пошел. Пузыри пошли. Вон он вдоль берега. Либо змей, либо сазан. Вон он пошел, след пошел за ним. Сейчас какая-то рыба играет по вечеру. Вообще классно, смотрите. Закат какой красивый.
А, как ярко светит. Вообще кайф. Так, не понял, где бубенчик мой? А где леска? Прикиньте. Офигеть. Ну вот. В общем, здесь у меня стояла тонкая леска. Смотрите. Ну как тонкая. Сазанов таскал. Все. Вымотал, оторвал. Пока меня не было. Интересно, а где бубенчик? Его куда-то, наверное, отстрелило же. Где его искать? Ну так вот, пока плавал, еще была поклевка. Ё-моё. Обидно. Не знаю, собирать еще один, не собирать. Уже закат. С нормальной леской, наверное, сейчас еще один сделаю. Да, пока еще есть время поставить. Сейчас здесь закормлюсь. Хочу на поплавочку посидеть. Чуть-чуть до заката. Ладно, это на крючок оставлю. Так, ну крючок у меня, конечно, маловат для сазана. Но попробуем. Да и леска, конечно, не очень толстая. В общем, стоял, чуть не уснул. Раз поплавок на дно.
что это, сазанчик. Да, сазанчик маленький, я думал карась. Вон и такие есть, мелкие. Я вот прикормил здесь кукурузой и поставил тоже кукурузу на крючок. И вот, блин, и не вытащишь с него. Вот, мелкие тоже клюют на удочку. Блин, шакалы не дают спать, воют всю ночь, блин. Слышите, что творят? Утро. Вот это, блин, кукушка, шакалы всю ночь не давали спать. Вообще нереально было уснуть. Прям вот на этом дереве сидит. Ку-ку, ку-ку, всю ночь. Фу. Да, и шакалы тоже обычно, они так часов 12 поорут и перестают. Но сегодня что-то прям они всю ночь выли. Сейчас пойдем смотреть. Здесь что, здесь, наверное, ничего нет. Хотя, кто его знает. Ну, вот этот вчера дергал вообще-то. Какие-то поклевки были. Может быть, мелочь. А может быть, и сидит там кто-то. Ну, здесь вот так каждый раз приходится. Потому что водоросли по-любому на дне. Грузило туда входит, во-первых. Во-вторых, нижний крючок тоже. И сейчас пока спокойно, тишина. Но сегодня ветер обещают еще сильнее, чем вчера был. Сейчас перезаброшу. И может, вот там вот, где резко глубина начинается, попробую поджиговать. Ну так просто с берега не вытащишь. Приходится все равно заплывать. Даже кукуруза на месте. Ну вот все в водорослях. Сейчас я, наверное, уже установлю их, так как кукуруза все равно заканчивается. Хорошо закормлю еще разок. Ну давай, сазан огромный. Эта рыба плещется. Там-сям, смотри. Так, ну что здесь у нас? Леска вымотана опять полностью. Вот так вот. Не знаю, сидит он там, не сидит. Клюнул, скорее всего, еще вчера вечером. Хочу убрать его отсюда, туда переставить. Ближе. Сейчас посмотрим, есть там кто или нет.
Так, поехали. Уже мог давно сойти, конечно. Ух ты, рыба плещется-то. Да, и вон там в кустах тоже плещется. Вот, да здесь рыбы полно прям. И да, здесь все-таки вот хорошее место, не зря я его выбрал. Плавал здесь с камерой, смотрел. Что-то как-то легко тащится. Пока непонятно, никто не шевелится. Не, по-моему, пусто. Ну, что там, пусто, нет? Да, пусто. А, оторвал крючок. Блин, вымотал. Тоже, видать, крупный был. Но это, конечно, надо вовремя оказываться здесь на месте. А так вот он крючок оторвал. И, конечно же, сошел. Но это вчера вечером он, скорее всего, клюнул. В общем, приплыл я вот сюда. Здесь, наверное, единственное место на озере, где вот так вот нет водорослей. Пробую поджиговать. Только сюда приплыл, там что-то слышу, блин, по-моему, там поклевка случилась. Но я только приплыл. Сейчас не знаю, еще пару раз брошу, да надо будет плыть, смотреть. Опа, что-то было. Поплыву, посмотрю, а то опять оборвет, блин, сейчас. Так, ну что здесь? Звенело, я слышал, что звенело. Вот какой, непонятно. Пока вроде бы не шевелятся. Что я делаю, если бы вы только знали. В общем, нашел вот такое местечко я здесь интересное. Опа. В общем, закормился там. Видите, он там поплавок желтый. Там стоит камера. Вот она сейчас снимает, сейчас включу. Я там закормил кукурузой, в общем, хочу посмотреть, придет туда кто, не придет. Ну, глубина не сильно большая, но долго плавал, искал место такое, чтобы вот именно без водорослей хоть более-менее было. Вот, видите, уже малек собирается. Надеюсь, что сазан подойдет. В общем, решил вот так вот проэкспериментировать. Сейчас я туда буду забрасывать поплавочку. Посмотрим, может быть, даже удастся поклевку снять. Попробую на червячка. Насажу. Заброшу. Сейчас посмотрим, будет кто туда подходить, не будет, на эту кукурузу. Сейчас подальше брошу и сюда подтяну. О, кто это там уже у меня в камере? Малек какой-то подошел.
Так, ладно, близко не буду к поплавку ставить. Потому что еще зацепит камеру. Все испортится. Вся задумка. На поплавок там кто-то дербанит. Какая-то мелочь, наверное. Кто-то есть. Ух ты, даже ведет как. Эй, камера. Карась попался. Не, так я точно сазана не дождусь здесь. Кто-то сейчас здесь плесканулся, вот рядом с поплавком. Такой нехилый кто-то. Но в камеру не попал. Чуть-чуть сбоку был. Я сейчас поплавок забрасываю подальше, чтобы рядом с камерой не стоял. Он там, кстати. Пузыри начинают подниматься прямо рядом с поплавком. Удочку тоже вот так подальше убираю, чтобы не торчало сильно. Опять кто-то на поплавочку клюнул. Ух ты! Ничего себе, он сопротивляется. Карась. А, карась. О, такой уже пожирнее. Заглотил гаденыш. Как мне из тебя его вытаскивать? В общем, буду сидеть, пока не начнется сильный ветер. Потом, наверное, уже бессмысленно будет. Хотя посмотрим. Может быть, здесь и ветер получится сидеть нормально. Понять не могу.
что-то шевелится там, что ли. Это просто через траву так кажется. Ничего понять не могу. Неужели рыба там? Да. Ничего себе. Ни поклевки, ничего, начал собираться. Так я и подсак не взял даже с собой. И что мне с ним делать? Ё-моё, там сазан огромный опять. Вот это да? Прикиньте, я просто уже собираться начал. Больше, думаю, ветер начинается, чтобы как бы успеть собрать закидушки. А он, оказывается, здесь сидит вон. Попробую вот так до берега. Но я ж его все равно не подниму в лодку, правильно? Никак. Без подсака. Еще думал взять подсак. Ну вот это говорю, вот когда я там на песке был, говорил же, что что-то, по-моему, клевало. Вот он с тех пор, видать, и сидит. Здоровый сазан опять. Да уж. А в камеру так и не попался. Вот мелочь поналетела. Карась вот дальше чуть-чуть, считай, клевал у меня, да, там буквально несколько метров. Чуть дальше. А в камеру ничего это не попадалось. Пару раз кто-то покрупнее попадался. Я вам, наверное, выцепил там эти моменты. Но вдалеке, близко к камере, прям не подплывали они. Ну что, он сидит там уже долго, наверное, устал. Ой, блин, сколько вымоталось. Там опять здоровенный сазаняра. Так, что это? Что-то... Ага, зацеп. Вышел. Ё-моё, какие они здесь огромные, а. Просто офигеть можно. Смотрите, какой опять кабаняра. О, какой. О. Ой, блин. Фу, вот так вот. Ой, еле держался, ничего себе. Еще бы чуть-чуть и соскочил. Ну, конечно, он так долго там провисел. О! Смотрите. Вот такой вот еще один зверюга. Просто огромнейший. Конечно, не такой, как я вчера поймал, там вообще... Гигант, каких никогда в жизни не ловил сазанов. Ну, теперь можете перейти в комментарии, мне очень интересно. И напишите, кто бы из вас тоже отпустил
вот таких сазанов. Просто интересно будет послушать, вернее, почитать. Но этот также отправляется на свободу. Конечно, подарил удовольствие целую кучу. Впрочем, как и те, кто до него клевал. Все. Вот такие вот здесь водятся зверюги. Этот устал, этот долго сидел. Ну, сазан — это такая рыба, что очень живучая. Ему это совсем не страшно. Вон он. Оклемается, быстро оклемается. Пойду следующую собирать. На всякий случай оставлю теперь подсак. Потому что кто его знает, вдруг там тоже сидит рыба. Ну что, вот и все, отрыбалил я, собрался домой уже. Неплохо порыбачил, согласитесь, на такую рыбалку еще надо попасть, потому что все, кто вокруг сидели, соседи ничего не поймали, 2-3 дня они там были. Там на косе тоже сидели, ну, там мелочи, они как-то ловили карасиков или что-то такое, не знаю, но тоже крупного ничего не поймали. В общем, это у меня только были такие... 2 дня, вернее, 1 день, то, что я там был, вот полный получается. Вот такой вот, блин, отрыв вообще по сазану, мощный очень. Ну, конечно, да, хорошо я нарвался на такую рыбалку. Надеюсь, вам тоже понравилось, так что не забудьте лайкос. Кому не сложно, конечно, влепите. Ну, а я не стал, в общем, машину собирать, сидушку раскладывать и все такое, вот так все оставил. Погрузил, потому что сейчас поеду домой, денек дома побуду, прикуплю там продукты, еще что-то, и отправлюсь на следующую рыбалку. Хочу поехать на судака теперь целенаправленно, выложу все вот эти вот закидушки, все такое, чтобы не было соблазна заняться другой рыбалкой. Хочу чисто на спиннинг половить, посмотрим, что из этого получится. В общем, все, всем хорошего настроения, пока-пока.